Погода весенняя. Выгуливаемся с вами. Там уже вон мороженое продают, виноградники вверху. Кстати, говорят, вот здесь самое вкусное итальянское мороженое. Ну, в смысле, итальянцы открыли. Люди уже в футболках сидят, ну, вообще, конечно, красота. Цветочков еще нет. Ну, тоже неплохо. Самое мое любимое место, не устаю повторять. У меня сегодня вылазка была по магазинам. Прошлась там туда-сюда. Нужно было на весну там тут джинсы, то всякую мелочевку купить. Короче, скупилась. Сделаю кружок по городу и домой. Уже нарциссы вот-вот распустятся. Класс. Вот она, весна и пришла. Я еще хотела туда на замок сходить наверх. Но, наверное, не пойду, уже устала. Не хочу. Здесь тоже красивенько. Наша ратуша. Люди сидят, кофе пьют, а вон мужчина в юбочке. Стоили 119, сейчас 50. Эти 139 стоили, сейчас 70 скидки. Вот такие Puma, 70 евро. Девочки, привет всем! Я уже дома, приехала с магазина. Смотрите, что я купила. Купила джинсы. Они вот такие вот клешонные, стоили они 30 евро. И купила маечка. Маечка была, по-моему, 9 евро. А еще, знаете что, еще очки сейчас покажу. Ой, где они? Вот они. Очки стрекоза называются. Сильно круглые, да? Не знаю, тоже были 10 евро, по-моему, 9,99. Слушайте, ну джинсы, наверное, эти мне делают еще меньше ростом, да? Мне кажется, клешонные джинсы, клешонные брюки делают рост еще ниже. Я вообще низкая ростом, ну как бы у меня 1,56 м. А эти джинсы, как бы, не знаю. Но еще посмотрю, неделю еще мне можно как бы их назад сдать, если не понравится. Мне никогда таких клешонных не было. Мне кажется, метр целый шириной. Гляньте, какие. Короче, с обновками. Маечка такая приятная к телу. Майка неплохая. Что еще? Сумка. Сумка у меня, это моя. Это не купила, это моя вот такая вот была. Не вижу, что я там в камере снимаю. Не знаю, сумку, может быть, белую сюда подойдет, белая, да? Еще вот такая у меня есть безрукавка. Безрукавка с майкой тоже не идет. Сюда футболочка нужна. Ну, как-то так, девочки. Магазин называется вот так, Hometown. Цены я вам сказала, да? 30 евро, 10 или 9 и 10. Так что, девчонки, готовимся потихоньку. Я уже вроде бы почти, ну, я думаю, что все уже купила. Разве что с обуви еще что-то мне нужно будет. А так, все.
Ну, к джинсам можно привыкать к таким. Я не привыкла к таким широким, честно. У меня все время джинсы были в облипку. Знаете, как это? Слит, как они называются? Не знаю как. А таких широких у меня никогда в жизни не было. Сейчас попробую с другой футболкой. Хочу это вот с другой футболкой. Что, девочки, скажите мне, очки что, ходят в таких или точно стрекоза? Давайте, девчонки, сейчас пойду на улицу сажать цветок этот, гиацинт. На улице плюс 16, надо его срочно высаживать. Давайте всем пока-пока, хорошего вечера, пока. Не знаю, куда мне его примостить. Вон, гляньте, уже эти, как их назвать, подснежники, да? Подснежники уже распустились. Лина там тоже распустился. Рыбы попросыпались. Не знаю, куда мне его посадить. Форсаква, Лина, ветчина. Ветку будем сажать. Девочки, посадили мы цветочек. Здесь тюльпанчики повылазили. Такие мои любимые. Как они, ирисы называются, да, по-нормальному? Я их петухи называю. Лина, видел?